История, архитектура, искусство и многое другое ждет вас в нашем проекте «Культурный слой». Смотрите телеканал РТВ Иваново уже в эту субботу. В новом выпуске мы расскажем, что интересного ждет всех нас на фестивале искусств «Дни российской культуры». Поведаем о потомках лицеистов, которые живут в Иванове. Покажем, как можно сделать своими руками ловца снов. И расскажем историю экспоната из Ивановского художественного музея. Речь пойдет о картине «Вдовушка» Павла Федотова.